Привет, дорогие зрители! Ну что ж, сейчас у нас будет выпуск по открытию сундуков. На моем балансе 42 тысячи гемов. Я думал, что открывать лучше, сундуки фортуны, когда уже есть определенные карты в этом сундуке, ты знаешь, что ты прокачаешь конкретно. Либо же открывать рандомно, и что выпадет, то выпадет легендарный сундук короля. И решил я открывать легендарные сундуки короля на 40 тысяч гемов. Значит, ребят, ситуация такая. Сейчас будет выпуск на 40 тысяч гемов. Следующий выпуск я планирую, наверное, провести на 500 000 подписчиков. Осталось совсем немного, осталось там меньше 20 тысяч подписчиков. Я думаю, что за месяц мы эту цифру обязательно преодолеем. Ну, конечно же, с вашей помощью, пожалуйста, подпишитесь, если вы еще вдруг не были подписаны на меня. И следующий выпуск я хочу, ну, сделать на 100 тысяч плюс гемов открытия. Ну, давайте, примерно 140 тысяч. И обязательно давайте наберем определенное количество лайков. Хочу 15 тысяч лайков. Набираем 15 тысяч лайков, и я постараюсь этот выпуск сделать как можно быстрее. Но, опять же, зависит еще от вас. Подписывайтесь, давайте как можно быстрее мне сделаем 500 000. И также я вам... Для вас, точнее, проведу еще конкурс небольшой. Также у вас может возникнуть вопрос, где я беру столько гемов. Я уже говорил, еще раз повторюсь, на сайте ClashKings, ребят, вы можете купить недорого гемы. Я этим сайтом уже пользуюсь долгое время, поэтому гарантирую вам 100%, что если вы приобретете здесь товар, вы его 100% получите. Я ручаюсь за этот сайт. И также на сайте еще действует акция. При пополнении 100 рублей вы получаете 50 рублей подарок. За эти деньги вы можете открывать сундуки, которые стали еще дешевле и еще более выгоднее, так как здесь еще больше шанс выбить какой-то крупный лут. Также есть лотерейки, разыгрываются гемы и еще мини-игры. В общем, ссылочку на сайт оставлю в описании, обязательно заходите и пользуйтесь этим сервисом. Также, ребята, еще есть одна прикольная тема, можно на пассивном заработке получать деньги. Скачайте приложение Nimses, вот оно, это честно не реклама, я вчера скачал это приложение и меня друг заинтересовал, прикольная тема. В общем, здесь есть электронная валюта Нимы, и за эти Нимы можно приобретать определенные товар. Можно также получить еще больше нимов, если вы зарегаетесь по моему промокоду. Регайтесь, и каждую минуту вам еще будет капать плюс один ним, за день вы получаете 1500 нимов. Заходите в последний раздел, тут есть магазин. В моем городе, к сожалению, недоступен магазин, но я обязательно поеду потом в столицу и что-нибудь приобрету за свои нимы. В общем, заходите, скачивайте, пользуйтесь. Обязательно мой промокод задействуйте. Я ссылочку на промокод оставлю в описании. Итак, мы закончили с разной рекламой, разным вступлением и переходим к самому интересному. Это открытие сундучков. В общем, ребят, я подсчитал, вроде бы 16 легендарных сундуков получается. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы мне выпали те карты, которые нужны. А теперь давайте поговорим быстренько про карты, которые мне нужны. Значит, из эпиков, сразу давайте обратим внимание, мне нужен арбалет, мне нужен Poison. Переходим теперь к легендарным картам. Пацаны, обязательно, вот мне реально круто повезет, если выпадет кладбище. 10 карт осталось, 10. Дровосека бы был не против. Хочу ночную ведьму до 4 докачать. Бандитку до 4. Пламенного до 4. Вот. Все остальное, ну, громовержцу буду рад. Все остальное плюс-минус. Не буду выбирать спарк, если она будет. Буду пропускать, скорее всего, мега-рыцаря. Вот, этого призрака тоже хочу прокачать, но его очень долго. Вот, собственно, это все леги, которые я хотел бы. Из эпиков пеку хочу. Poison, арбалет, шарик, вышибалу, гоблинскую бочку. Вот такие вот карты у меня в приоритете. Естественно, что я в этом выпуске их не прокачаю полностью. Но в следующий выпуск, когда я буду донатить 100 тысяч гемов, вот там уже, ребята, мы порезвимся и там уже прокачаем 100% леги какие-то до 5 уровня. Это будет реально интересно. Нажимайте на колокольчик, чтобы этот выпуск никогда не пропустить. Ну что, я готов. 2500 гемов. Так, запись идет, все идет. Че, поехали? Поехали. Первый сундук. 4200 золота, дальше летучку возьмем, дальше поехали, рарки мне не нужны, берем все что угодно, так, тоже не важно, дальше, так, берем там где больше золота будет, эпики, шарик или вышибала, интересно, интересно, слушайте, ну, наверное, возьму вышибалу, потому что... Во-первых, вышибалы больше, а во-вторых, я буду, наверное, чаще с ним играть, нежели с шариком. Берем его. Дальше. Такс, нам пушка либо стражи. Я думаю, что возьму, наверное, чтобы взять? Да, стражи, однозначно.
О, отлично. И Леги. Леги, это вообще круто. Блин, 100% легендарная карта. Ну, тут очевиден, да, мой выбор? Ребят, очевидно. Хотя, смотрите, там и ледяной колдун тоже. Не-не-не, дровосек. Дровосека. 9 из 10, пацаны. Первый сундук уже радует. Ну что, движемся дальше. Блин, будет интересно, реально. Мне уже нравится. Так, берем там, где больше золота. Как же я люблю открывать сундуки, ребята. Это просто кайф. Так, темного принца берем. Тут бочку, конечно же, потому что я ее еще не прокачал. 256 карт, ни хрена себе. Так, тут не важно. Пеку. Пеку берем. Так, еще эпики. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, такие. Я возьму ночную... Ой, ночную. Обычную ведьму возьму. Вот. Я хочу сделать скриншот себе для превью. Нет, не получился мне скриншот. Хочу еще один. Вот так-то получше. И открываем. Открываем. Что у нас тут? А у нас... О, да, мне повезло, пацаны. Мне повезло. Кладбище. Берем кладбище. Осталось 9 карт. 9 карт. Совсем немножко осталось. Чуть-чуть. Ну, реально, ну, 9 карт, конечно, это не совсем чуть-чуть, но по сравнению с тем, что я уже собрал, осталось совсем немного. Едем дальше, возможно, мне еще повезет, ребята, вот будет круто. Так, едем дальше. Так, тут не важно, что брать. Арбалет, берем арбалет. Так, больше золота нам даст Мартира, значит, ее берем. Так, ой, сейчас будет очень много эпиков, пацаны. Ё-моё, зачем я взял летучку, если мини-генератор еще не прокачал? Ну ладно, они, в принципе, не очень. Итак, что нам? Фу, реально, ну чё это, зачем мне... Ну, да, понятно. 20 штук ведьма, ну зачем мне ведьма, пацаны? Так, леги, пожалуйста, с легами не подведи меня, дружище. Мега-рыцарь, либо шахтёр. Мега-рыцаря. Шахтёр уже на 4 уровне, поэтому пускай он подождет немножко. Надо еще рыцарю немножко... Рыцаря подтянуть. Так, дальше. Так, рарочки нам не интересны. Берем эпик темного принца. Тут берем там, где больше у меня золота. Так, тут у нас, тут у вас, такс. Мимо. Ой, мимо, что мимо, надо брать. И эпики, пожалуйста. О, да. Слушайте, а вот здесь уже посложнее. Но я возьму пеку, потому что пека... уже будет соточку, да, иметь. Да, соточку, блин, круто. Я еще один хочу скриншот сделать, блин. Так, все, скриншоты наделал. Берем пеку. И леги. Какие же мне леги, дровосек. Блин, ну нет. Блин, это сложный выбор, пацаны. Это очень сложный выбор. Ну нет, ну правда сложно. Пламенный либо дровосек. Да не, я возьму дровосека, пацаны. Ну не, ну все-таки до 5-го лучше докачать карту, нежели до 4-го. Пламенным я редко пользуюсь. Блин, ну реально, выбор был не очень такой простенький. Так, тут мы берем льдышку. Хотя не знаю зачем, тут не важно что. Тут берем 3 миньонов. Здесь мы возьмем, наверное, надгробие. Так, вышибалу берем. Следующее, торнадо, либо рейдж. Обе карты бесполезны. Не, стоп, как это бесполезно? Я имею в виду просто ни ту, ни другую карту я прокачивать не собираюсь пока. Вот, и леги. Самое интересное, леги. Начинаю, о, вот здесь уже. Блин, да опять сложно. Ну, камон. Нет, я возьму ведьму. Вот мне нужен пламенный, одна карта всего лишь до 4 уровня. Но я возьму ведьму, потому что я, блин, обращаю внимание на то, чем я больше играю. Если бы пламенный был там, например, со спарки на выбор, либо там, я не знаю, с мега-рыцарем, я бы выбрал пламенного. Но тут ведьма. Ведьма, ну блин, вот пламенный так и рвется. Ну возьми меня, холдик, возьми меня на 4 уровень, прокачаешь на видос. А я нет, подождешь, еще не время. Ладно. Так, печку берем. Так, тут берем вот это. Здесь берем Теслу. Так, я так говорю, как будто есть разница, что я возьму. Сейчас будет много эпиков. Блин, лишь бы не гигантский скелет. Воу. Два принца. Так, отлично. Берем, конечно же, тут вообще выбор очевиден. Леги. Так. О! А вот тут, сестры мои, мне надо подумать. Я вот разделяю свое мнение между ночной ведьмой и между бандиткой. Они мне практически на одной планке.
Блин, ну реально, я на... О, не знаю, пацаны, не знаю. Наверное, бандитку, да? Да, давайте, блин, я не знаю, напишите в комментах, хотя ж толку, что вы напишите, это же не стрим. Я возьму бандитку, да. И то, и другое, в принципе, надо, ну, приходится выбирать, вот, ну, что поделать. Так, дальше едем, шарик, дальше берем таран, дальше берем, что, берем миньонов, дальше берем вот это, дракошку, и, так, берем поизон. Я вот, знаете, вот сейчас мне выпал предыдущий сундук, выпал мне принц, да. Хорошо, что есть выбор карт. А вот, блин, представляете, как обидно, когда тебе... Вот у меня будет леги 5-го уровня. Вот представьте, как будет обидно, когда лего падает, она у тебя уже максимального уровня. Это, блин, пипец, как будет обидно. Это жесть, я не хочу это видеть. Нет, 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 нет. И серьезно, опять, опять сложный выбор. Вы представляете, эти две карты, это два претендента на 5-й уровень. Честно, если бы было больше дровосека, без сомнения бы взял дровосека, но больше карт кладбища, поэтому больше хочу взять кладбище. Но играю я чаще с дровосеком, и колоды у меня с дровосеком есть, а с кладбищем, ну хз. Может их сравнять? 11 будет и 11, или все-таки, не-не-не, пацаны, будем брать кладбище. Мне реально повезло сейчас, но как же трудно выбирать, блин, это, я не знаю, это... Это, знаете, это как вилкой в глаз, и вы поняли, да? Это такой выбор, что... Ну, конечно, сравнение у меня. Ладно. Бочку со скелетами берем. 5 штук. Ох, как много. Так, берем Валю. Валюха. Так, дальше мы берем пушку. Так, тут мы берем... Так, а тут мы берем летучку. И... Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, не знаю, заморозку взять или пушку взять. Да возьмем заморозку. Заморозку тут, в принципе, не важно. Леги. Так, интересно, блин, как же, какое удовольствие получать. Кладбище еще раз, мне везет сегодня, пацаны, везет нереально. Кладбище, 13 из 20, без сомнений берем его. Еще 7 карт, по центре, еще 7 карт, зашибись. Так, осталось у нас 20 тысяч гемов, блин, хочется это удовольствие просто растянуть. Не знаю, Конечно, когда... Ой, я выбрал не ту карту. Конечно, когда... Блин, я выбрал элитных варваров, не казните, не велите казнить. Конечно, когда у меня будет 100 тысяч гемов, естественно, я буду открывать быстрее сундуки, просто сейчас их мало, я так тяну время. Так, тут в неважно вообще что, ну, возьму там, где ту карту, которая больше. Так, о, вот это уже хорошо. И выбор также очень... Ну, наверное, стражей. Не поактуальнее сейчас. Леги. Ой, блин, какое удовольствие смотреть, когда тебе падает леги, лава, либо ледяной колдун. Ну, тут очевидно, тут вообще выбор прям, тут ледяной колдун, 6 из 20, тоже, дедуля идет на 5-й уровень. Осталось 20 тысяч у нас этих гемов. Продолжаем наше открытие, мини-генераторы, кор-гига, летучку. Так, эпики, блин, рейдж и... Ой, такое себе. Ладно, охотник и леги. Леги. Леги, 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 леги. И бревно либо... О, все, пламенный. Твое время пришло. Вот, сейчас ты у меня пойдешь на 4-й уровень. Все, не беспокойся. Я вижу, что ты вот пытаешься мне вот постоянно выпасть, чтобы я тебя взял. А я, как назло, беру другую карту. Все, пламенный 4-й уровень. Ждите видос. Да, поехали дальше. Так. Бочку со скелетами, берем копейщиков, берем Теслу, дальше мы берем мини-генераторы, так, тут мы берем колдуна ледяного и эпики, дайте годноту, ну ладно, ну, годнота, в принципе, ну, не то, чтобы я хотел, ладно, эпики такая тема, я их в сундуках фортуны нафармлю, леги, леги, ох ты, блин, ну что, тут тоже выбор очевиден, хотя, знаете, ну, хотелось бы, конечно, взять этого призрака, прокачать. Карта годная. Но, блин, призрак еще, ой, на дне таком, что его буду еще долго качать. А вот ты, сестра моя, идешь на 4-й уровень. И тоже будет про тебя видос. Осталось 15 тысяч. Эх, блин, ладно, поехали ускоряться уже. Так, варвары. Мушкетер. Бочка. Так. Эпики. О, зеркало у меня... Ого, аж 9000 золота получу. Не-не, мы возьмем бочку. Так, пека, отлично. Хорошо, что пека выпала. Замечательно. И леги.
Снова лиги. Ну, конечно же, 100% легендарная карта. Что у нас тут? Принцесса. Ну, принцессу, естественно, принцессу. Дамам надо уступать. Лава. Хотя лава тоже дама, но постарше, да? Да. Господи, что с моей фантазией? Ладно, поехали дальше. Мортира. Мини-генераторы. Давай тебя, королевский гам. Мне, в принципе, не важно, что я так беру... Как мне удобно, вот мне просто удобно правым пальцем сейчас тапать. Так, о, шарик, тут, конечно, без сомнений. Леги снова. Так, дайте кладбище еще, плиз, 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 одно кладбище. О, дровосек, дровосек, ты кладбище уже... Дровосек реально в спину дышит кладбищу, то есть 11 карт из 20, а кладбище сколько там, 13 из 20. Блин, эти две карты, пацаны... Скоро будут у меня 5 уровня. Я представить себе не могу, что у меня когда-то будут леги 5. Я опять выбрал элитных варваров, простите меня. Простите. Так, берем вышибалу. И открываем последний слот легендарных карт. Ай, дровосек, ай, молодец. Ай, молодец, 12 из 20. Ух, жесть, класс, пацаны. Блин, ставьте лайк, если тоже так хотите. Так. Но если тоже так хотите, на сайт Clash Kings заходите, либо скачивайте приложение Nimbus. Да, скачивайте и вводите мой промокод. Хотя там вряд ли вы геймы купите. Ну да ладно. Так, давайте Валькирию. Так, тут у нас... геймы купите вряд ли через приложение Nimbus. На сайте Clash Kings однозначно вы сможете купить. Так, давайте легендарные карты. И... Ух ты, блин, так... Ну что, дровосек, 13 уже, отлично, прикольно. Вот если мне выпадет кладбище либо дровосек, вот там уже, блин, сложно, блин, будет выбрать. Не знаю даже, что выбрать, честно. Вот сейчас сижу и думаю, если выпадут они. Надеюсь, не выпадут, потому что это выбор будет, ну, такой. Так, берем темного принца и открываем легендарные карты. А тут у нас падает... Да нет! Да ладно! Да, я не могу! Я только что говорю, я об этом думаю, если мне выпадут эти две карты, что я возьму, и они мне падают! Это везение? Или что это такое? Черт возьми, блин, офигеть! Я как предсказал это, и... Так, ребят, мне реально надо подумать. Честно... Я не знаю, блин, что. Вот до этого я говорил, что больше играю с дровосеком, нежели с кладбищем. И думал, что если будет больше дровосека, возьму дровосека. Сейчас сомневаюсь в этом. Кладбище тоже топчик. Ну, блин, как же сложно. Дайте мне кто-то совет, я не могу, я вас не слышу. Что вы там пишете в комментариях, я не знаю. Блин, прислушаться, блин, а я не знаю. Мне ничего даже внутри не говорит, не подсказывает. И как-то рандомно тапнуть тоже не получится. Блин, сложно. Сложно решить. Блин, ну реально сложно. Ну, наверное, возьму дровосека. Блин, или кладбище. Как же тяжело, пацаны, вы не представляете. Я нажму одновременно на две карты, и какая выберется, такая пускай. Оп, выбросил дровосек. Я вам клянусь, я нажал одновременно. Ну, возможно, там на миллисекунду раньше нажал на дровосека. Вот так вот, ну, в принципе, я доволен. Так, осталось 2500 гемов. Ой, 2700, да я не знаю, в принципе, я думаю, на этом уже можно остановиться, я хочу оставить еще гемы на гранды, покатать еще большие испытания, вот, в принципе, ребята, осталось совсем немного, я думаю, что на следующем открытии сундуков мы однозначно какую-то легу на 5 уровень довыведем, либо дровосек, либо кладбище. Если вы ждете этот выпуск, 15 тысяч лайков, подписка на мой канал, нажмите на колокольчик, и вы не пропустите этот ролик. Я обязательно, возможно, даже раньше, чем на 500 000. Вот меня уже, вот хочется прямо сейчас задонатить, вот честно. Но пока надо воздержаться от этого. Надо еще немножко подзаработать, да, на сайте Clash Kings, возможно, нимами, не знаю, посмотрим. Вот, ребятки, спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, ждите новые выпуски, желаю вам удачи, хорошего вам всем настроения, приходите на мои стримы, до новых встреч, всем, ребятки, пока-пока.